Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максим Мадзи, мы сегодня снова продолжаем проходить Angry Birds Chrome. Короче говоря, у нас осталось всего два эпизода, Trick or Treat и Chrome Dimensions. Почему-то, я сегодня захожу и в эпизоде High M High ничего нет, типа я это не проходил. Очень как-то странно я это проходил, но благо. Уровни, которые мы там собрали, а сохранились здесь. Я вот могу даже взять и открыть. Уровни эти сохранились, но почему-то вот эти уровни нет. Ну ладно, перепроходить мы это все не будем, поскольку значки остались. Мы переходим к эпизоду Trick or Treat, который является самым первым эпизодом в Angry Birds Seasons. Он самый длинный, наверное, среди них. Нет, не самый длинный. Там есть подлиннее, помню, были. Но среди вот этих вот верхних, это самый длинный. Ладно, погнали, начинаем. Вышел эпизод в 2010 году. И когда он вышел, игра называлась Angry Birds Halloween, которая состояла только из этого эпизода. Потом вышел эпизод 1 декабря, если не ошибаюсь, вышел эпизод Season's Greetings, и тогда уже игра стала называться Angry Birds Seasons. Ну и что у нас осталось? Последний свин, которого надо добить сейчас. У нас не получилось. Как печально. Но первые уровни простые достаточно. Блин. И как мы до него теперь доберемся? Yeah.
Так, о, Матильда уже тут с яйцами. Первые уровни у нас вроде бы налегке пока идут. Ну, почти. Блин. Да, блин. Не очень-то получается здесь. Да, скорее всего, мы не попадем сейчас. Ну, попробуем. Ну, конечно, не попадем, я так и знал. Ну-ка, может, в ту стрельнуть, маленькую? Ну, на этом свиньи все застряли. Да, господи ты, боже мой, а. Да, блин, ну опять ничего не получилось нормально стрельнуть. Я сейчас опять не попал. А это какой уровень? 10-й только.
Ну и все. Наконец-то прошли эту говноту. Ну-ка, может, вниз стрельнуть. Так. Да господи, ты боже мой, а. Я думал, легкие уровни сначала пойдут, а тут нет. Да господи, ну вот как сделать так, чтобы попасть в того свинья? Есть ли такой способ вообще? Эх, не попаду сейчас, не попаду. Какие сложные уровни здесь. Наверное, игра все-таки рассчитана на тех, кто в оригинальный Angry Birds уже играл. Так, ну и осталось только каким-то способом попасть в этого, и мы не попали. Ну-ка, может, отрикошетит? А-а-а, камушек дурацкий. Ай, дебил. Не, не попаду, не попаду.
Ну блин, ну вот как он не сдох, а? Вот как? Не. Тоже не попадает. Скотина. Не, сразу двоих мы не убьем. Вот этих вот никаким способом. О, наконец-то, бля. Я уже даже громко говорить не могу, устал. Да блин, ну как попасть? Хорош. Да, погнали дальше. Это у нас следующая часть, да? Еще, кстати говоря, у этого эпизода рекорд рит. Изначально был этот заставка. Первый уровень запускаешь, там заставка, как свиньи яйца крадут. Когда вышел эпизод под названием Пиглантис, как-то так он называется, эта заставка была удалена. Помимо начальной заставки, была еще заставка после окончания первой части эпизода. Потом еще после окончания второй части и после окончания третьей. Когда вышел Пиглантис, все заставки были убраны. Чтобы этот эпизод не был уникальным, как и другие.
Так, вот тот хорошо спрятанный, до него так просто не доберешься. Так, попробуем еще раз. Нет, плохая идея была. Ну блин, ну что такое, а? Так это в третий. Ух, я уж думал, не сломается эта каменная фигня. Думал, она не сломается. Ух ты, вот это дворец, блин. Извините, чихнул.
Да ладно, чё, такими простыми птичками можно уровень пройти этот? Вы в этом уверены? А, ну мы можем же просто туда стрельнуть, господи, чё я сразу-то не подумал. Какой это 10-й? Тридцать минут уже. Давайте, дохните, птички. Ну, мне долго ждать? Да, ладно, фиг с ним. Нет, надо было подождать. Еще один сложный, я так понимаю, уровень. Так, большая башня. Блин, не туда попал. Это был достаточно легкий уровень. Тринадцатый.
Так, ну и осталось последнего. Свинтус усатый был еще тут. В тыкве. Ну и последняя часть эпизода осталась. Надеюсь, мы не потратим на нее сильно много времени. Я, конечно, не туда хотел попасть. Ну, тоже нормально. Блин. Так, а вот на этом уровне находилось золотое яйцо в оригинале, в этом Seasons. Оно находилось вот здесь. Была вот такая вот тыква, и в ней было яйцо. А здесь три маленькие тыквы. Попасть в это яйцо можно было только с помощью Хэла. Блин. Так, продолжаем.
Да блин. Господи. Так, напомните мне, какой-то уровень? Седьмой. Хороший выстрел сейчас был, только вот из-за птичек свиньи остались живы. Понятно.
Ну, давай, 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 давай. Да, блин. Какой уровень? 12. Осталось уже совсем немного. До долгожданного финала. Осталось недолго. Да блин, чё так тяжело, а? А вот и финал, наконец-то. Летающий свин. Блин, куда ты? Yeah.
Да блин. Ну капец. Да блин. Так, а теперь надо как-то маленького и большого этого. И нет. Конечно, нет. Давай. Давай. Только не... Господи ты, боже мой. Только может так попробовать? Ну, застрял. Ну... Ну, сейчас самое время застревать, да. Ну и все, наконец-то. В смысле, ну как так-то, блин? Как он выжил-то после падения такого? Да, ну, сразу троих у нас, понятное дело, не получилось бы. И одного с трудом даже убили. Блин, вот этот камушек бы пролез туда.
Ну и осталось только вот этого вот. Наконец-то прошли, блин, это говно. Ну вот и все, дорогие друзья. Мы прошли все основные эпизоды. Ну разве что вот этот вот глюкнул. У нас остался бонусный эпизод Chrome Dimensions, который мы в следующей серии пройдем. Ну что ж, на этом мы закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. С вас лигос подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал, также вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.